Может, как ювелир? У жопы там. Да. Название какое? Ой, Яков забил. Да я так сказал. Название какое? Русская фото. Чтобы чего вы просто понимали, куда ехать и с чё. Русская фото? Угу. Узкая, узкая. На дропни. Hey, your sister wanted more foreplay. Сколько там было всего? Чуть не посмотрел. Найти ган, плиз. Есть ган, плиз. Ган, плиз, есть. По-моему, нарко уже больше половины съели. Коля, дай ган. Это ты или на Камушкина, Коля? А? Коля, это Николай Ведьм. Нет, там же еще Елена Камушкина. Это Дань. Данил Драгуна. Нет, там столько и было уже. А, и клёво хантли просто сейчас. А, он сбил еще, клёво. Пока. Мы ган не дали. Армор. Кто такой Александр Ломонов? Откуда нахрен, а? Она нужно пятить. Нарку нельзя брать? Нет! Ох, я не брал. Ха, я не брал. Вот вояка дебил, не? Ой, извини. Для меня вес. Какого хера вы для меня обвес не оставили? Не было обвес. Ну и чё? Почему вы мне даже 50к не оставили? Не было 50к. Опа. Да. Нет. Дебилы, снова кто-то нарко взял. Смотри потом на записи. Я догадываюсь, кто? Это Петро Громи. Ты угораешь, я вот тут стоял. Вот тут. А, крыша запрещена. Турущий дубыш. Через час. Нормально, мы его обстреляли, он просто уехал спокойно. Серега, блять, я сейчас буду у всех опры требовать. Кого нет, давай минуса. Блять, ты долбоёб.
Чё у вас случилось? Чё у вас случилось? Да я думаю, те, кто в Дискорде, они дадут его. Ну там... Скажите, чё у вас один раз точно забрал мамонт. Женя, скажи, чё... Я не снимал. Нормальный опыт смерти. Женя, скажи, что случилось? Нарко жрёте, когда не сказано. Я-то, да. Нечего. А, ты жрёшь, да? Я вот только под конец подошёл, сотку собрал. Я только сейчас взял, я могу отдать. Я только, когда вначале взял, когда ещё не сказали, что нельзя нарко брать, взял и могу отдать. Если вначале взял, значит ничего страшного. Если я посмотрю на опыт, и ты в конце жрёшь, тогда лещ отдам. Я просто скажу, я не знал, я подошел вот только в конце, я ничего не знал. Надо в Дискорд заходить. А, я с друзьями махинации проводил, отстань. Сейчас бы нолик на литерке писать. Че за махинации? Да, ну... Он с гасики на тропе. Она отслежит. Да я это... Перед слетом автомобиля это на Twink переводил через друзья кар. О, богатый, тут кто-то на ФБР траке, блин, приехал. Че, это ФБР трак, он ебать копейки стоит. Ну да, 40 кака. 40 кака. Дайте мне эти копейки, пожалуйста. А че 40 кака сложно заработать? А, все, а, ой, а дропы назад эти. Ой, зацепил. Че, у вас нет 40 кака на ФБР трак? Почему я кидаемит, если я отошел уже давно? Долго думаешь, потому что... Все, уже отошли, один ты остался. Да стойте, сука, ну, извините, па. Серега, ты заебал, восстанови меня на 9 ранг. А зачем? Ну, ты сам знаешь, что не будешь активить, типа, делать всю эту байду. С чего ты это взял? Я это знаю, ты это знаешь. Нахрен ты мне сейчас это сказываешь? Давай испытательный срок. Испытательный срок, давай неделю. Все. Ну испытательный срок твой на четверке будет. Нет, это... Это хуёвый срок. Нет, серьезно, я тебе могу там помочь, с чем смогу, с учетом сеску сделать. Вообще найти. Понимаешь, сколько от меня пользы? Там Баус летел с 8. Представляешь, сколько от меня пользы? Нереально много. Ты же сам мне предлагал на девятку пойти. Когда? Когда под конец конкурса срока. Ну ты же отказался, правильно? Я не отказывался. Давай я пойду, Серёга. Ты на твинке много играешь. Где? На твинке. Я со снова пойду. На каком твинке? Ну типа ты хочешь сказать, что ты на твинке вообще перестанешь играть? ВПН считается? Нет. Считается, пусть сейчас каждый второй уже знает, что это Твинк. Кто? Мой Твинк. А Монсер можно? Девятка Монсер можно. О, крутяка. Через 53 часа я сменяю меню. А подожди, а Пётр Кейнеров это русский ник? Всяко возможно, Кейнеров. Что? Возможно. Я просто... Окончание ОФ. Знаешь, я хотел в Якудзу вступить и хотел сделать себе ник... Никуки Кейнеруки. Японский. Короче, Женёк. Думай пока что. Я тебе всё сказал.